Здравствуйте, дорогие друзья! Как, Настюшки? Мы пришли в магазин. У нас сегодня будет большая закупка. Так что обязательно покажу, что мы купили. Настюшка, нажимай. Нажимай, сильнее. Так, дорогие друзья, вышла с магазина, набрала целую тележку. И что самое интересное, мне дали вот такой вот билетик. Вот такой. И сказали, что надо стереть защитную полосу, и можно выиграть мгновенный приз. Там разыгрывается 2 автомобиля. Поэтому пожелайте мне удачи. Может, что-нибудь выиграю. Так, сейчас надо найти Цесвету с Настюшей. Что-то их совсем... Ой, дождь начался. Так, они, наверное, там... А, вон они идут, вижу, вдалеке. Ладненько, пойду сейчас стирать, потом вам покажу, может, что-то выиграю. Это вообще, дорогие друзья, я сейчас снимала мою распаковку и увидела, что не нажала съемку. Поэтому, ладно, буду сейчас расставлять, но скажу самое главное, самое-самое вкусное, что я посоветую из белорусских продуктов, просто топ. Вот этот вот сыр творожный, крем Нуева, Professional. Очень классно, всем советую. Мама приезжает, говорит, это обалденно на тосты. Затем, не белорусский, Россия, но вот этот тостовый хлеб. Самый-самый вкусный. Затем, наша белорусская, посоветую. Масса творожная, белактовская, сладкая, вкусная. Мы ее постоянно едим. Неоднократно показывала сыр творожный, сливочный. Я вас уверяю, если вы купите, потом будете постоянно покупать его. Сырочки наши глазированные, вот эти зеленые, именно с девочкой, и коричневые. Они с ванилином, с какао. Масло, но это Россия, вот этот президент, мы его очень любим, очень вкусно. Его даже достаточно, знаете, просто с хлеб с маслом, и очень вкусно будет. Так, далее. Что мы еще взяли вкусно? Не шутка, наши любимые сосисочки, они детские. Икринка сам по время с тостом. Очень вкусно. И посоветую вот этот вот снежок, минская марка. Сладкий, он идет с маком и желатинками. Вот просто если будете в Беларуси, в Минске, обязательно попробуйте. Вам очень понравится. И возьмите с собой. И вот эта вот марка Брест-Литовская, сметана, сыры, очень вкусные. Так что возьмите себе, так сказать, на заметочку. Что мы еще взяли? Творожок белактовский, сыр, так, кетчуп. Это я все сейчас в холодильник поставлю. Молоко, кефир, лаваш. Крабовые палочки. Крабовые палочки, кстати, спасение всегда. Лежат в холодильнике, и салат с крабовых палочек, и горячие бутерброды, как перекусить. И взяла Настюша вот такие итальянские сушки, попробовать с оливковым маслом. В принципе, все. Вот такая вот закупочка небольшая. Буду сейчас все раскладывать и готовить Настюше кушать. А у нас здесь супер покупочка. Все, Света решила Настюшке купить зимние сапожки, вот, так что мы сегодня сходили, купили. Это у нас фирма Кари. Кари — это, тут почему-то написано и Казахстан, и Россия, а чье это производство? Так, ладно, потом разберемся, чье это производство, но натуральная шерсть. Настюшка, да? Тебе сапожки купили, сейчас хочу померить. Настенька, иди сюда. Смотри, какие сапожки. Ничего себе. Так, давай померим. Вот такие вот сапожечки. Так, давай ножку.
Ой, какой сапог, скажи. Сапожок. Вот. Ну, место есть. Так, давай второй Настюшке оденем. Во, какой красивый. Смотри, сердечко на липучке. Твои первые сапожки на ножке. Все. К зиме готовы. Топ-топ. Пошли. Не, неудобно в сапогах. О, какие. Сейчас Света с Настюшей пошли второй раз на улицу. Я их отправила. А я, короче, поела вот таких вот киндеров. Не могу без сладкого вообще. Я не знаю, ни день без сладкого. У меня какая-то, я не знаю, зависимость или от сладкого, или просто привыкла. Мне всегда хочется сладкого в течение дня, именно такого шоколада или что-нибудь. Поэтому съела пару штучек. Сейчас сделаю себе кофеек. Ой. И пока они гуляют, я поставила в духовочку картошечку, мяско, там лучок, перчик, приправки. Ой. Кофеек — это супер. В течение дня надо устраивать обязательно себе вот такую вот кофе-паузу. И что хотела показать. Пойдемте на балкончик. Посидим, поболтаем, попьем кофейку. Вот, вот эта вот лотерея, то, что дали мне в Гиппо. Я, конечно же, стерла, и там просто какие-то буквы были на английском, поэтому сказали это зарегистрировать, и потом, может быть, что-нибудь да выиграю, потому что надо участвовать, если есть возможность, а вдруг повезет. Две вот такие машины разыгрывают. Шкода. Ну, а вдруг повезет? Кто его знает? Вот сижу вот так вот на балкончике, пью кофе, смотрю в окошко. Ой, конечно, классно бы было, если бы балкончик утеплить зимой. Так вообще красота. Можно было сидеть здесь или вообще вот эту вот стену убрать. И сделать больше кухню, как продолжение. Ну, в принципе, много идей, но все со временем, не все сразу. Но у нас, кстати, очень тоже красивый вид. Вот там вон зеленая зона есть. Есть где погулять. Так что все, дорогие друзья, буду пить кофеек. Скоро Сережка уже придет с работы. Буду его кормить, встречать. И со Свету с Настюшкой с улицы встречу. Моя мама, кстати, сказала, или в среду, или в четверг ко мне в гости приедет. Так что буду ее с нетерпением ждать. Вот, так что все, дорогие друзья, увидимся с вами, как обычно, завтра. В то же время, на том же месте. Не забывайте подписываться, пожалуйста, на мой канал. Буду очень рада. Все, всем пока-пока.